У России нет агрессивных планов, но последовательное развитие армии продолжится. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин. В Кремле прошел торжественный прием в честь лучших выпускников высших военных учебных заведений. Россия – это открытая миру страна, которая выступает за укрепление сотрудничества и партнерства со всеми, кто к этому готов. У нас нет и не может быть агрессивных планов. Мы никому не угрожаем, и любые спорные вопросы стремимся решить исключительно политическими средствами. С уважением относимся к международному праву и интересам других стран. Президент отметил, что в мире немало рисков. Есть они, по словам главы государства, и около российских границ. Поэтому в армии продолжат различные структурные преобразования, укрепят ядерные силы и подразделения военно-космической обороны. Также будут пополнять боевой арсенал всех войск. Самих выпускников Путин поздравил с успешным окончанием вузов и поднял тост за ратные традиции и за великую родину.